Первый сольный концерт популярного певца, автора песен, лауреата международных конкурсов Эльдара Жаникаева собрал любителей его творчества во Дворце культуры Черкесска. В концертной программе «Аманат», кроме хорошо знакомых песен, в этот музыкальный вечер прозвучали также и новые. Смотрите подробности. Яркой звездой горит на эстрадном небосклоне Северного Кавказа знаменитый Эльдар Жаникаев. Весьма заметное место в его творчестве занимает песня о родном крае, о карачаево-балкарском мире и тех испытаниях, которые пережили народы в годы депортации. Я вернулся с войны домой в горы. Дождь холодный мне мыл сапоги. Не В народе говорят, жизнь и смерть идут рука об руку. Вот и в творчестве Жаникаева песня о трагических страницах неразделимы с темой неудержимой силы к жизни под названием «Любовь». В любом проявлении любовь, она одна. Любовь – это когда заботятся друг о друге, когда уважают друг друга, когда искренне желают счастья друг другу. Неважно, это брат и сестра, сын и мама, сын и папа. Любовь, она одна. Любовь – это когда семьи создаются. Любовь – это семья. Поддержать Эльдара в этот вечер пришли и другие не менее известные и популярные артисты кавказской эстрады, исполнившие уже полюбившиеся песни именитых поэтов и композиторов. Ну а какой горец без верного коня? Этому другу тоже нашлось место в репертуаре. Обнимаю я крепко коня своего, обнимаю, как будто родной карачай. Древних коней карачая, кровь жила в твоих, словно убитых предков великих своих. Мы возродились из тех. Певец Эльдар Жаникаев без сомнения обладает яркой индивидуальностью. Во время его концертов наступает такое состояние духовной связи с залом, которое делает возможным необыкновенный энергетический обмен. Зритель получает свои неповторимые эмоции, а артист заряжается от благодарного зрителя. Выход на сцену, ну, это, конечно же, большая ответственность, это, наверное, очевидно. Хочется, чтобы твой выход на сцену был не только развлечением для народа, хотя это тоже в тяжелые времена, как бы, очень хорошо, но чтобы какой-то нес смысл, чтобы какую-то ты мог, я не знаю, частичку доброты подарить людям, которые тебя слушают, какие-то пропагандировать, что ли, ценности настоящие, те, к которым мы привыкли. То есть вот такой посыл, а что из этого выходит, уже мы будем делать это искренне. Зал был полон зрителями, а концерт «Аманат» прошел в теплой дружеской обстановке. Повсюду царила атмосфера творчества, ощущение праздника не покидало пришедших до последних минут вечера.
Мурат Жанкезов, Зумрад Халкечева, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия.